Всем привет! Вы на канале Ленкины вкусняшки. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный и быстрый тортик без выпечки. Этот торт всегда выручит, когда нужно по-быстренькому что-то приготовить к чаю. Особенно, когда у вас нет времени что-то печь. И ингредиентов для этого торта понадобится не очень много. Мне нужно печенье Савоярди, такие бисквитные палочки. У меня двухцветное, просто белое. Понадобятся жирные сливки. У меня 33%, сахарная пудра и ванильный сахар. Сахарную пудру, конечно же, можно заменить на сахар. Так как печь мы ничего не будем, сразу приготовлю крем. В чашу миксера выливаю сливки. Сливки должны быть холодными. Доставайте их из холодильника перед тем, как будете делать крем. Добавляю сахарную пудру к сливкам и буду взбивать миксером, пока сливки не загустеют. Сливки у меня достаточно загустели. Здесь мне не нужно, чтобы они держали форму. Также мне еще понадобятся консервированные ананасы. Забыла их вначале показать. Также такой тортик я еще готовлю с консервированными персиками. Тоже очень вкусно получается. Теперь можно собирать тортик. Я его буду собирать вот в такое разъемное кольцо. Торт буду сегодня делать небольшой. Диаметр поставила 18 сантиметров. Теперь беру печенье Савоярди, обмакиваю каждую палочку в крем и выкладываю в кольцо. Теперь немного промазываю кремом, чтобы все выровнять и заполнить пустоты. Теперь беру ананасы. Предварительно их немного обсушила бумажным полотенцем. У меня ананасы кольцами. Я их меленько нарежу и выкладываю слой ананасов. И на ананасы снова выкладываем печенье. Промазываю оставшимся кремом. Теперь кольцо с тортом затяну пленкой. И уберу на несколько часов в холодильник, чтобы торт хорошо пропитался. Украсить его можно и сразу, но я его украшу, когда сниму кольцо.